работе заседания приняли участие депутаты из фракции «Единая Россия» в городском собрании Сочи, члены местного политического совета и молодой гвардии, сторонники партии и представители общественных организаций. Единороссы обсудили работу сочинского местного отделения партии в свете тех вопросов, которые поднимались на прошедшем в конце января в Москве съезде, участником которого стал и глава Сочи Анатолий Пахомов. На заседании политсовета сочинские единороссы проанализировали, что было сделано, а чему предстоит уделить больше внимания и сил в ближайшее время. В первую очередь это социальные проекты, которые касаются здоровья, которые касаются жизни нашего старшего поколения, которые касаются молодежи. Второе, на втором месте это те проблемы и те программы, которые затрагивают вопросы комфортного проживания в нашем городе. То есть это состояние дорог, газопроводов, водопроводов. Эти программы, которые будут рассматриваться. И сегодня мы проанализируем те задачи, насколько на сегодняшний день увязаны программы, которые поставлены партией на съезде, и те программы, которые реализуются в нашем городе Сочи. Одна из задач сегодня отметили на заседании – обеспечить эффективную реализацию партийных проектов, усилить прямую и обратную связь с населением. Основные вопросы, которые требуют решения обязательно решаться в ближайшее время – это нехватка мест в детских садах и школах. За последнее время в Сочи построено 5 новых и отремонтировано 36 старых школ. Построено 7 новых детских садов и 11 пристроек к существующим. Уже сегодня строится детский сад ФЛО, а также сад и школа в Верхней Беранде. В марте начнется строительство школы в Веселом, в мае в поселке Савиткваджи. Планируется и школа на Мамайке. Продолжится и реализация программы по переселению из аварийного жилья. По поручению главы города Анатолия Пахомова будет работать уже муниципальная программа. Ну а на сегодняшний же день из ветхого жилья переселили почти 900 сочинцев. Продолжат и ремонтировать дороги. В этом году на эти цели выделено 510 миллионов рублей. Также в повестку политсовета были включены организационные вопросы назначения координаторов округов и формирования персонального состава партийной комиссии. По оценке политологов, Краснодарское региональное отделение партии «Единая Россия» сегодня является одним из лучших в стране по качеству работы. Кроме того, оно занимает 3-е место по численности после Москвы и Татарстана. И большой вклад в такой результат вносит сочинское местное отделение. Политику, проводимую партией, сегодня поддерживает большое количество населения. В Сочи это 60% горожан. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.